Здравия желаю, уважаемые подписчики и просто зрители. Значит, сегодня многие сомневаются, когда я показал позавчера, по-моему, печку из, значит, старого обогревателя и охладителя воды. Значит, люди сомневаются, есть которые сомневаются, что она выдает мощность, равную 2 киловаттам обогревателя. Поэтому сегодня мы проведем проверку, чтобы убрать все сомнения и доказать это все. Итак, значит, берем вот обогреватель, ребята, вот заводской. Значит, мощность, вот вы видите, 2 киловатта, 2000 ватт. 230 вольт, 2000 ватт. Вот на эту включим, будет 2000 ватт. Так. И сейчас мы его включим. Сейчас, значит, померяем, значит, посмотрим, какая температура сейчас в комнате. Значит, вот смотрите, температура, значит, тут плохо видно на таком градуснике. 22, 24. Температура, значит, сейчас плюс 25. Плюс 25. Включаем, значит, на час 2-киловаттный вот этот. Так, засекаем. Час сейчас 12:39. Ну, в общем, через час я это самое. Через час я включу и проверим температуру. Здравия желаю. Значит, продолжаем проверку. Итак, значит, обогреватель нагрел комнату до 27 градусов. Сейчас, значит, работает этот от холодильника обогреватель. Дотронуться нельзя. Давайте посмотрим, насколько он прогрел. Прогрел он, значит, на те же самые 27 градусов, что и первый. Вывод. Система пригодна для эксплуатации. И имеет КПД где-то 2000%, не менее. Спасибо за внимание. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде и обороне.